В лес мы зашли уже, начали вот эту тихую грибную охоту. Идем по нашим местам. Земля мокрая. Видно, что дождик прошел не зря все-таки. Вот. Но мы везде пробежали, пока по нашим местечкам, которые мы знаем. Пока вот кроме того мухомора мы еще не увидели. Увидели, конечно, поддубник. Поддубник увидели такой. А так пока еще ни одного грибочка. По нашим грибным местам мы прошли. Но видим, что влаги все-таки недостаточно. Потому что вот эти болотистые места, возле которых росли подосиновики, мы находили. Я вам сейчас покажу. Вот такие здесь камыши. И здесь было болото. Оно еще не наполнилось водой. Значит, поскольку была осень, сухое лето, и была сухая зима, поэтому влаги все-таки маловато. Маловато. Вот иногда мы там находили какие-то. Весну я вам показываю. Вот это болото, но воды здесь нет. Оно сухое. Камыши еще растут, им хватает. Хватает влаги. Вот. А подосиновиков я здесь находила. Даже помню места, где были. Но пока еще иду и говорю, ну, грибочек, покажись мне, пожалуйста. Нет, говорит, рано еще. Рано. Друзья, вы вышли в лес слишком рано. Поэтому я хочу сказать следующее. О, еще идем. Идем еще на одно наше место. Сейчас посмотрим и покажем вам.